Администрация президента Республики Узбекистан, соответствующие министерства и ведомства готовятся к открытому диалогу президента страны с представителями здравоохранения, медицины Узбекистана за достоинство человека. Это хорошая возможность обратиться к главе государства. В данный момент уже работает колл-центр. Озвучить свои предложения и инициативы можно, позвонив на короткий номер 1295 и тем самым внести свой вклад в дальнейшее развитие медицины страны. Алло, здравствуйте. Вы попали в Центр обращения медицинских работников в сфере здравоохранения. Штаб, состоящий из колл-центра, группы анализа, исполнения и контроля, а также медиа-центра, фокусируется на вопросах, связанных с деятельностью медицинского персонала, решениями проблем в системе, а также идеями и предложениями по дальнейшему развитию отрасли. Тут собрана хорошая команда специалистов по каждой специальности. Среди выбранных направлений я могу отметить, это медицина, образование, фармация, санитария, гигиена, значит, и социальная сфера здесь получила свое отражение. И каждое обращение подвергается глубокому анализу всестороннему, и каждый из обратившихся получает минимум в течение суток ответ на свой вопрос. Те вопросы, которые не получают своего решения в течение суток, они направляются в специальные органы и управляющие организации, которые занимаются именно этими направлениями в нашей республике. Таким образом, более 80% обращений на сегодняшний день уже получили свое решение. В целях дальнейшего расширения участия общественности и обеспечения прозрачности процесса были созданы аккаунты в популярных социальных сетях, таких как Instagram, Telegram, Facebook и адрес электронной почты штаба. Состав группы анализа исполнения и контроля также солидный. Специалисты Министерства здравоохранения, Агентства по развитию фармацевтической отрасли, Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, Агентства по развитию медико-социальных услуг изучают и реализуют запросы и предложения, полученные на короткий номер 1295, социальные сети и электронные обращения. Я думаю, все медицинские работники интересующиеся вопросы задают, и они получают на свои вопросы адекватные ответы со стороны наших специалистов. И кроме этого, надо отметить, что в наших вилаятах организованы филиалы этого штаба, данного штаба, и каждый штаб отвечает по тем вопросам, которые относятся к этому вилаяту. В медиа-центре штаба готовится серия программ, трансляций и видеороликов по актуальным вопросам системы здравоохранения с участием специалистов сферы. По состоянию на 20 декабря на короткий номер 1295 поступило более 1500 обращений. И нужно отметить, что с начала деятельности колл-центра не утратили своей актуальности. Вопросы, связанные с первичной скорой медицинской помощью и деятельностью специализированных центров. И наши соотечественники могут обращаться в данный колл-центр с 8 часов утра до 20 часов вечера.